Це напоряд, ребята. Надо помогать Україні. Только пиздите, понимаете? Доброго вечора, ми з України. Україна переможе. Хотів замість нашого трамваю проїхати тут хіба раз. Це десь 12 кілометрів від Штепівки стоять дві БМПшки. А хто такі і що вони роблять, непонятно. Танк стоїть в кувєті. Слава Україні! Ага, все понятно, раз не здоровиться. Скажи слово «паляниця». А чого не знімати? Хто тобі сказав, що відеосйомка запрещена? Конституцією України відеосйомка дозволена. Доброго вечора, ми з України. Звідки ви? Київ, сам виродок з Житомирської області. З чувством глибокого удовлетворення наблюдаю, як росіяни очень, блядь, дорого, дорогими боеприпасами, значит, со всеми спецэффектами, прям со всей хуйнёй разбирают на запчасти абсолютно пустое поле. Я считаю, что это геноцид наших байбаков и мышей полевок. Извиняюсь, я не могу показать, где находятся, чтобы не срисовали. Военнослужащие украинских соединений, некоторые из них сдаются в плен. Так, из Луганской Народной Республики поступает информация, что личный состав 56-й отдельной бригады вооруженных сил Украины выбросил белый флаг и предпочел сдаться в плен. Вы слышали, что 56-я бригада сдалась? А мы тогда кто? Доброго вечера, мы из Украины. Вы фашисты, вы пришли на нашу землю. Хорошо. Какого хера вы пришли с оружием к нам? Кто сказал? Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь ляжете. Сломались, пацаны. Сломались. За кольбу сорвал. Можно оттащить на Россию обратно. Россияне. Туристическое агентство «Нехуй шастать» або «Украина понад усе» приглашает вас на увлекательные и интересные двухдневные туры увидеть Киев и умереть. Добро пожаловать! Смотри, видишь, записался в тероборону, ебашить буду русских, поняли? А вы тут пиздите только, вы кто вообще? Кто вы? Израильский, израильский, израильский. Доброго вечора, мы из Украины.